В общем, всем привет, и у меня осталось 4 минуты, уже 4,5 минуты до моего дня рождения. Я как обычно, все слишком поздно. В общем-то, я купила такой маленький тортик, вкус филя, и свечки. Я хочу поставить и задуть. Мне кажется, это будет классно. Оп, все, супер. И сейчас я зажгу это. И мне еще надо сходить быстренько. Сейчас я пойду и схожу за лук. Потому что я хочу съесть. Все, я успела. Аккуратненько. Я этого дня день так ждала. Мне исполняется 16 лет. Вот. Я всем моим друзьям исполнится по 17 скоро, мне 16, но я вообще не грущу в этом плане. Мне надо вот это срочно закрыть. 3 секунды осталось. Это круто. 10 секунд. Тихо. Нет, крыс идет. Всё, я сейчас его буду кушать. А, мне подруга поздравила. Сейчас посмотрю. Меня поздравляют люди, мне очень приятно. Мне уже 3 человека поздравили. В общем, ребяточки. Я надеюсь, что вы проведете со мной этот день. Вы посмотрите мой влог с моего дня рождения до конца. Я выложу влог вот этого дня, именно сам мой день рождения. Еще будет влог, как я его буду праздновать 12 октября. Отдельный. Вот. В общем, за вас. Я тортики люблю. Я маму заставила делать. Ой, вот так вот я буду сейчас просто... Смотрите, какой мне тортик. Это ручная работа, да, Петунчика? Да. Вообще просто. Он очень классный. Мы сейчас его будем пробовать. Да, вынул. Он тебе в камере какой цвет оранжевый? Да, я тоже заметила. На самом деле розовый. Может, его как достать или так прям? Да так, Риша. О, кстати, хорошо, одет, хорошо. А где хруст безе? А безе не заказывали. Петунечка, как настоящий шеф-повар. Там кусок остался. Это чудо, не помню как. Нет. Ну ладно, не страшно. У нас нет лапы. Тебе остаточек. Спасибо. В общем, ребяточки, вот мне эти подарочки подарила. Я буду распаковывать на протяжении всего времени. Вот в этом влоге я, наверное, только Катин распакую. Кстати, мне еще родители 5000 подарили, вот. В этом я, наверное, только Катин пораспакую, а потом в следующем влоге, где праздновать, я распакую остальные подарки, если мне подарят. Короче, да, Петунчика. Вот это. Я не думаю, что там. Я все сама запаковывала. Петунчика, кстати, неплохо вообще. Это очень даже. Хорошо, прям как будто в этом, в салончике. Короче, давай. Не, ну я вообще не знаю. Ну что может быть в длинной упаковке? Что за длинная? iPhone 105. Не знаю, может, свеча? Какая свеча может быть? Ну да. Да? Я бы дала. Такая вот коробочка. О, травками пахнет. Это очень петуха, круто. Они прям ведьминские. Смотри. Ой.
А там... Это каждое своё значение. Да? Да. А там написано это? Да, там написано вот то, что там написано. О, прикол. Короче, знаешь, смотрите, что? Смотрите, инструкция тут и вот свечки. Это только вот это хочу. Да блин! У меня свет сам по себе. Я не знаю, что здесь. Здесь у меня догадок ноль, потому что там две похожие, а ну нет, другая побольше. Здесь я вообще не знаю. Не знаю, может, какая-то подставка? Да, я угадала. Классно, классно, классно. Упаковка. Подсвечник. Вот такая писька. Ваджайна. Подставку ваджайна. Ты со себя не открыла. О, офигеть. Это для таких вот, да, кругленьких. Это топ. Это очень топ. Чтобы вот так вот это прям ведьминское. Да. Это ухо. Чтобы кровать стояла и такое маленькое. Да. Еще. Так, теперь это. Такая вот. Нет, там что-то... Я не уверена. Не говори. Может, вас... А? Ловец? Снова? Да. Я угадываю, потому что Катя говорила некоторую вещь, которую я хотела очень. И вот это очень... Да, очень вылетело у меня в кровать. Ты что? Я не могу, подожди. Ооо, как ты нашла? Я там искала и ничего не нашла. Он очень классный петух. Вот это классный. Потому что я люблю очень фиолетовый черный сочетание. Он прям ведьминский очень, прям. Ну, такой фиолетовый черный. Да. Очень классный петух, мне очень нравится. Я прям вот такой хотела. Но именно по сочетаниям я хотела очень. Именно какой-нибудь фиолетовый, такой ведьминский. Я на Валберсе облазила, ничего не нашла. Да? Да. Я его не видела такого. Блин, это очень классно. Да я не смотрю отзывы, это мне прям... Это рафлерой. Да, рафлерой? Тогда я не знаю. Ну, открой там. Что вы думаете? Спасибо! А, это рыбий глаз, что ли? Короче, это камера на телефончик, рыбий глаз, линза. Я сейчас сделаю прямо для влога. Всем привет, дорогие друзья! А почему меня отдалил так сильно? Здравствуйте. Это на обложку. Петуха, я стучусь, чтобы открыла дверь. Поздравляю. Да. Это большое на потом. А, ну это, наверное... Да. Кулон. Да, кулончик. Ну, только у меня не было там веревки, ничего. Да ничего, я повешу. Все увидим, сейчас посмотрим. Я смотрю. Это агат. Я посмотрела, тебе подходит агат. Топ. Цвет очень классный. Да, и фиолетовый. Я, ну, ты знаешь, что я очень люблю. Посмотри потом. Да, он красивый по... Красивый. Выглядит пишут, натурально. Все пишут, что натуральный. Выглядит натурально. Сейчас такая потом чищу, и он такой плавится. Не, ну выглядит не похоже вообще. Не, реально, я посмотрела отзывы, пишут натуральный. Зай, знаешь, глаза вот эти? Да, кстати, да. Они там были... Ну, вообще, по этой, это... Ладно, они... Ну, скажи. Может, кружка? Да? Она, кстати, самая дорогая была, пипец. Чё? Реально. Даже интересно смотреть, что это. Сейчас. Давай так вот открывай. Да нет, я вот так закрыла. Петух, я закрыла. А, ты закрыла? Сейчас не вижу пока. Это этот, что ли, который... Как этот? Котел. Котел! Вау! Блин, Петух, это классно! Ну, очень прикольно. Ведьминский такой. Очень она нравится. Я теперь только... Из нее буду пить. Я вот я просто мне в голову пришло, не знаю почему, что типа кружка котелок интересно есть просто по приколу. Вот. И я нашла на Вайлдберрисе, только такие были еще Гарри Поттер, ну, Хогвартс, и так, ну, да. Я нашла ее, но она стоила, конечно, но. Но она очень классная, веду. Хотя спасибо большое. Я тебя обниму. Спасибо. Мне очень нравится.
У меня на денег на такое не хватало. Все, крыс в котелке. Он типа похороженький. Описанный весь. Вонючка. Эй, вы, что вы делаете в моем доме? Мы идем в Макдональдс, и я буду оплачивать нам еду. В общем, идем в Мак. Всем привет. Что вы делаете в моей квартире? Что вы делаете в моей квартире? Такой вот рыбий глазик, ребятки. Я не могу стоять. Сердце говорит мне танцевать. Мы, короче, решили нахрен эту школу, потому что она портит настроение в день рождения. И я решила не пойти. Катя тоже решила не пойти, чтобы сходить со мной в Макдональдс и поздравить меня. Мы в Макдональдс. Нет, я забыла свечку для бургера, и я сейчас пойду... Ой, нет, точнее, свечку я взяла, я забыла зажигалку. Пойду куплю, короче, сейчас. Я сейчас пришла в ленту. Я ищу спички. Или зажигалку. Я ее и вижу. Все, я купила. Я не буду зажигать сейчас. Дай. Смешно. Надо его положить как-то сюда. Все? Все, горит. Сейчас, давай. Раз, два, три. Ура! Все, давай, ешь. Спасибо. Спасибо. Ребята, мы больше не можем. Это ужасно. Мы больше не пойдем на этой неделе, да? Нет. Да. В город. Катя себе книжку показала. Мне заставили мой горячий шоколад ставить на улице, а у Кати... Мы сказали, что у Кати пусто. И... Ну, там нет, конечно. Ну, там меньше, чем у меня. Что делать Чернышевского? Я хочу почитать, кстати. Грозовой перевал. Катя, ты читала Грозовой перевал? Да. Читала? Так я, ты что, не помнишь, я к тебе на дачу ездила, читала. Да? И как тебе? Мне очень нравится, но я не знаю, много бы всем по-разному. Довольно-таки тяжелая такая по настроению, знаешь. Да? Да, но мне она очень понравилась. Короче, вы хотите рекомендации от Кати книжек? Сейчас расскажу. Сейчас, погоди, я поставлю на место. Короче, сейчас рубрика книги от Кати, которую она рекомендует почитать. А, ну, конечно, да, «Грозовой перевал» я советую, мне бы зашла, мне понравилась она. Дальше. Ну, Джейн Эйр. Ну, ты читала, да? Я хочу очень почитать. Мне понравилось, я еще посмотрела фильм. Там, как его зовут, «Мистер Рочестер». Короче, ну, такой пиксимен. Ну, знаете, когда любишь не внешность, а душу. Вот, и там, конечно, конец очень тяжелый, но потом все. Че, он не очень внешне? Да. Инвалид? Ну, нет, он не инвалид, он просто старый. Но он старый, но короче, да. Фу, паблика нашла себе. Вот, но конец реально тяжелый очень. Да? Да. Но давай там, там он счастливый, но тяжелый. Дальше. Это не спойлеры. Великий Гэтсби. Ну, как бы, мне понравилось, в принципе, где он. Вот, смотрите. Мне нормально. Мне, в принципе, зашла, я потом посмотрела фильм. Я буду читать, наверное, на каникулах. Хотя нет, я на каникулах буду читать... Знаете что? Я буду на каникулах дочитывать «Маленькие женщины», да? И буду читать «Книжные хроники». Я давно хотела. «Книжные хроники». Ох. У тебя есть и «Лунные хроники», есть и «Книжные хроники». Много хроников. Я только хотела книги с осенней эстетикой. Детективная новость. Надо. Мне понравилась «Анна Каренина», но я не знаю. А ты Эмму прочитала в итоге? Нет, я ее брала, он что-то прям начинал. Ничего себе, мы как-то идем домой. Сейчас Катя будет математику, а я дома посижу, а потом Катя вечером придет ко мне опять. Я, короче, несу его, не знаю, зачем мне, что-то так жалко выбрасывать, но при этом я понимаю, что я не допью его. И, короче, очень странно, что это происходит.
Что странно происходит? Короче, мы шли, тут увидели очень жестко. Машины подгорели. Капец вообще. Воняет очень от них газом каким-то. Вот там, видимо, что-то было. Вот. Блин, жалко машину, которая рядом была. Вот это, да. Новая была, нормальная. Ну да. А вот это, наверное, замыкание было. Трэш, это ужасно. Прикинь, чья-то машина. Просто трэш. Они же стоят, блин. Бедные машинки. Мы сели на лавку, Катя смотрит, что ей подарили 100 рублей на... 250 рублей для вашего друга. Мумидол и 250 рублей для меня. Ага. Лайбик. На сферу. Так, на ногу поставить. В общем, друзья, я пришла домой, и я немного вздремнула. Да. И... ко мне пришла моя подруга еще одна, очень хорошая, и подарила мне такой подарок, такой пакет стоп, вообще, я считаю, ну, такой необычный очень. Я сейчас хочу сделать такую распаковку этого подарка. Для начала такой вот парфюм для дома. Я прямо сейчас хочу его открыть и поставить, потому что в моей комнате постоянно пахнет животными, к сожалению. Пахнет, кстати, приятно очень. Вот такие палочки. Вот так вот такой вот парфюмчик. Так вот вставляем вот сюда эти палки. Оп, все готово. Ставлю куда-нибудь наверх, чтобы оно мне тут ароматизировало комнату. Потому что в комнате пахнет, конечно, всегда не очень хорошо. В общем, это Катечка мне приготовила сама. Я... попозже попробую, потому что я сейчас что-то вообще не хочу кушать. Вот. Написано «Американские куки с шоколадом». Это очень-очень мило, потому что все, что сделано своими руками, это потрясающе, на самом деле. Тут перечислено, что мне Катюха подарила. Я не буду сейчас читать это, чтобы не спойлерить себе. Так, вот такие носки. Такие вот носочки. На самом деле, я очень люблю подобные носки, потому что, я не знаю, мне в них максимально комфортно. То есть они очень уютные для меня. Вот такой вот шоколад ручной работы. Дальше у нас идет шампунь в виде крема. Я первый раз такой вижу. Он такой... мне очень понравилось. Вот этот бальзам, потому что я его видела в ТикТоке. Я его даже заскринила, по-моему, ну, чтобы потом купить в будущем. Вовь, офигеть, он классный, посмотрите на это. Так, дальше у нас вот такой вот... О, это антисептический гель для рук, топ, в такой упаковке, тоже эстетичный, потому что я часто ношу с собой эти влажные салфетки и антисептики. У меня как раз недавно закончился антисептик, вот. И я начала носить влажные салфетки, для меня... антисептик удобнее, чем влажные салфетки. И вот такой вот антисептик, это топ. Вот такая свечка. Не могу понять, вроде персиком. Не могу пока понять, к сожалению. Вот, и у меня как раз есть для нее подставка, как вы помните, которую мне подарила Катя с этим, со скелетом. Я поставлю. Вот, это очень здорово. Мне Катя подарила пирожное... Ой, я боюсь. Пирожная картошка, которую она делала сама. И, блин, вот это очень классно, потому что самодельный подарок, опять-таки, повторюсь, это настолько приятно, когда ты получаешь самодельный подарок, так как ты понимаешь, что человек потратил время свое и вложил душу в этот подарок. Мне очень приятно. Вот. Большое спасибо Кате за этот подарок. Маша страдает хренью какой-то. Как тебе моя причесочка? Очень классно, очень супер-попер. Вот мы с мамой тут сидим, чаёк решили попить. Пироженки мама купила. Свечка. Будем сейчас кушать. А, точно же тут этот. Оп!
The Monday. Катя, знаешь, где? Это Полине подарили такую штуку. В общем, я хочу сделать такой быстренький обзорчик на то, что мне подарила моя тетя. Мне тетя подарила 20 тысяч. Я просто в шоке. Ну, я, кстати, куплю видеокамеры для влогов. Хочу снимать вам качественные влоги. В общем, этот я, наверное, буду заканчивать этот влог. В общем-то, у меня еще будет еще один день рождения, 12 октября я буду праздновать. С моими друзьями влог я тоже выложу обязательно, вот. А так, в принципе, это все. Всем спасибо, если вы остались со мной до конца этого влога. Пожалуйста, ставьте лайки, это поможет продвижению моего канала. И подписывайтесь на мой канал, если вам нравится мой контент. Всем пока!